Дмитрий Шпеньков. Прошу вас. Далее от каждого по репризе. Если реприза у команды смешнее, она зарабатывает 0,2 балла. Прошу, союз начинает. 100 рублей на Шпенькова, подожди. Ну все, я волнуюсь. Надеюсь, получится. Вот и сказочки конец. Вор по фамилии Муромец получил 30 лет и 3 года. Дима? Родители были против брака 18-летней Светы и 96-летнего Вячеслава. Потому что союз Стрельца и Водолея ни к чему хорошему не приводит. Вердикт нашего жюри. Кожома выигрывает 100 рублей. Победил Шпеньков. Замечательно. Продолжаем. Союз. Николай Валуев потушил пожар у себя на даче, просто окунув дом в озеро. Дима. Трагедией закончилась фраза одного из собутыльников: «Семеро одного не ждут». В течение часа одного ждали уже шестеро. 0,2 зарабатывает команда «Союз». Продолжаем. Тюмень. Красота – страшная сила. Мисс Афганистан собирает автомат Калашникова за 8 секунд. Дмитрий. Мало кто догадывается, что дальнобойщик – это очень богемная профессия. Подумайте, сколько раз за дорогу он общается с несостоявшимися актрисами. Мисс Афганистан побеждает, безусловно. Продолжаем. Никто из сотрудников зоопарка не переваривал директора, а вот питон смог. Водитель бензовоза задремал за рулем и проснулся от того, что его будил Джон Леннон. 0,2 зарабатывает «Союз». По последней, прошу, «Союз». Бультерьер Кузя откусил прохожего от его ноги. Дима. Японский биатлонист на первом огневом рубеже промазал 4 раза и 5-м патроном застрелился. А вот здесь ничья. Итак, 0,6 балла зарабатывает команда КВН «Союз». Спасибо ей за биатлон. Прошу, сборная Краснодарского края выбирает соперника. Дмитрий Кожома. Дмитрий Кожома. Прошу, начинайте. Из-за сильного скачка напряжения ларек с вентиляторами улетел в неизвестном направлении. Интересная статистика. 70% мужчин недолюбливают своих жен, поэтому их долюбливают другие мужчины. Первым же ударом побеждает Кожома. Это чудотворный поцелуй. Да-да-да. Не привыкай. Аллилуйя. Продолжаем. Краснодар. Тимати в гневе воскликнул: «Разрази меня гром», и Бог не стал дожидаться второй возможности. Пенсионер из Липецка сошел с ума на почве своего приусадебного участка. Краснодар, Сочи зарабатывает 0,2. Продолжаем. Вновь Краснодар. Оказывается, когда-то Владимир Путин в школе был старостой класса. Потом не был старостой, потом опять был. Роман Абрамович проснулся в холодном поту, хотя с вечера заказывал чуть-чуть теплее. Ноль целых две десятых зарабатывает сборная Краснодарского края, Краснодар-Сочи. Замечательно. Продолжаем. Краснодар.
Мальчик 3 недели ходил на карате, встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате. Дима. Казус на выпускном. Выпускник Игорь по ошибке надел красную ленту с надписью «От друзей». У вас есть сомнения? Вы считаете, что от друзей лучше? Не, мы перебирали случаи из нашей жизни. Разумеется, победил краснодарсочек. Замечательно. Продолжаем. Краснодар. По статистике, в Бутово на iPhone можно сделать всего 1 фотографию, на которой изображены 3 бегущих на тебя парней. Станция спортивная. Профессор Гарвардского института весь день приставал к молодой лаборантке, а вечером зажал ее в углу. Будет ей наука. Кожома Винс! Победил Дмитрий Кожома. Спасибо. Еще по одной, да? Нет, вы что? Все. И результат у нас 0,6, да? Совершенно верно. 0,6 зарабатывает команда «Квен» сборная Краснодарского края. Прошу, Алтай, выбирайте одного из двух. Иван Абрамов. Порви его! Начинаем. Алтай. А, ребят подбадривали свои вторые половинки. Начинаем. Алтай. Доверчивый муж стал подозревать жену в измене, когда ему стало не хватать места на кровати. Ваня. Гламурный дед, заходя в коровник, всегда начинает с фразы: «Ну чё, тёлочки, чем порадуете?» Побеждает гламурный дед Иван. Прошу, Алтай. Бомжи-романтики живут на вокзалах, чтобы встречать и провожать поезда. Иван. Придя в кинотеатр «Капотни», гопник Валера озвучил весь фильм «Артист». Ноль целых 0,2 зарабатывает команда из Барнаула. Продолжаем вновь смешная реприза от Алтая. Муха села на варенье, вот и все, дизентерия. Ваня. В египетском отеле русскому туристу горничная сложила из полотенца лебедя. В свою очередь турист сложил лебедя в чемодан. Ноль целых 0,2 у сборной Алтайского края. Ваня, давай! И завершим. Парень, которого укусил радиоактивный паук, думал, что получит способность стрелять паутиной, но лишился способности ходить. Иван, отвечайте. Женщина, проехав из Владивостока в Москву в одном купе с цыганами, научилась спать с открытыми глазами. Иван, вы победили в этом раунде. 0,4 балла зарабатывает команда КВН сборной Алтайского края. И прошу вас. Хотя бы прочти. Александр Гудков. Спасибо. Давайте, мисс Мира против мисс Гудкова. Может, мы пойдем с тобой? Нет, ребят, сейчас начинайте, а то мы с этой темы не соскочим. Максим, прошу. Очень хитрая девочка не только заставила мальчика донести ее портфель, но и передать его нужным людям. Алекс.
Александр Гудков. Рубрика «Не родись красивой, родись сабзирой». В Подмосковье одна женщина скормила грудью лося. Через неделю лось пришел с другом. Друзья, настолько смешные шутки, что все-таки, мне кажется, можно было бы присудить 0,2 балла «Мисс Мир», но решать вам. Мы как раз обсуждаем, кто из них лучше, но если мы все-таки выбираем шутки, мы хотели бы присудить 0,2 команде из Пензы. Замечательно. Продолжим, «Мисс Мира». Скандал в монастыре. То, что звонарь пьян, стало понятно после того, как прозвучало «Джингл Беллс». Александр. Хорошо, я завелся. Так. Санкт-Петербург настолько толерантный город, что там даже карликов называют афроамериканцами. Вот что называется, стоило тебе, Саша, завестись. Да, победил Гудков, конечно. Спасибо, естественно. Продолжим. Мисс Мира. Замечено. Мужчины, которые до сих пор живут с мамами, даже после секса кричат: «Мам, я все». Гудков. Копейка, рубль, бережок. В Суздале прошел ежегодный фестиваль забывания последнего слова в пословицах. Прости, такая тараторка, это что-то. Друзья, я напомню, вы выбираете шутку, а не актерскую игру. Я могу переговорить. Не-не-не. Ни в коем случае. Мы все поняли. Максиму 0,2. Продолжаем. Мисс Мира. Сильная мышь не только съела сыр, но и согнула из мышеловки слово «еще». Ладно. Самая ирония – великая вещь. Во время съемок передачи «Есть The Life» в аду начинается перебой с электричеством. Не надо на меня смотреть. Победил Максим. 0,2. Завершаем. Мисс Мира. У очень заботливой мамы сын курит, пьет, ругается матом, но в шапке. Ну что ж, дорогие друзья, раз это конкурс «Мастер-класс», говорю тебе, что в пиадоне не важна шутка. Важно, как правильно уйти. Итак, с вами был Александр Гудков, обладатель самых шикарных волос, по мнению журнала «Ноги». Спасибо. И кто побеждает? Мисс Мира. Мисс Мира побеждает. Ну что ж, друзья, это был матч.